Владимир Сапрыкин. Ложь. Читает автор. Он упорно и настойчиво искал обитель правды. Исколесил всю Россию. Но нашел умопомрачительной красоты замок, на входной двери которого висела табличка «Добро пожаловать! Здесь живет ложь!» Он смело открыл дверь, вошел в замок и увидел сидящую у камина прекрасную незнакомку. «Вы ложь?» «Да, я ложь», — ответила незнакомка, отпив из бокала глоток виски. «Какая необходимость привела вас ко мне?» «Я долго искал правду, а нашел ложь. Что теперь мне поведать миру?» «Скажите правду». «Какую?» «Скажите, что ложь самая обаятельная, привлекательная, и она бессмертна».